Чтобы Брест жил спокойно. Каждый из них вносит свой немалый вклад в общую копилку достижений в деле правопорядка. В строю руководство УВД Брестского облсполкома, представители управления, отделов и служб УВД Ленинского, Московского и Брестского РОВД, районных отделов Департамента охраны, ГАИ, войсковой части 5526. Все эти сотрудники несут службу в повседневной службе в системе единой дислокации, чтобы они почувствовали плечо друг друга. Где-то на инструктаже посмотрели друг другу в лицо для того, чтобы при, не дай бог, конечно, задержании правонарушителя, они готовы были оказать друг другу помощь. В ходе сбора сотрудники ОМОН и войсковой части 5526 продемонстрировали практические занятия, показав алгоритм действий сотрудников милиции при задержании преступника. Это традиционный ритуал инструктажа. На таких гарнизонных разводах более опытные сотрудники передают навыки молодежи. Во-вторых, мы перед заступлением на службу проверяем личный состав готовности к службе, то есть наличие специальных средств, удостоверений, всех тех вещей, которые необходимы для несения службы в общественных местах. Ну и естественно, что специальное подразделение наш ОМОН показывает специальные приемы самообороны, как правильно применять, как правильно защищаться, поэтому эффект от этого есть, конечно же. В ходе гарнизонного сбора сотрудникам были вручены медали за безупречную службу и 100 год милиции. Однако в нелегком деле стражей порядка награды далеко не главной. Ведь у каждой медали есть обратная сторона, наполненная упорным, порой незаметным трудом, стрессом и колоссальной ответственностью. За каждым улучшенным показателем или цифрой статистики – тяжелый труд правоохранителя. Отмечается снижение как общей преступности, так и по линии уголовного розыска. Отмечается снижение и краж, и снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снижение преступлений в общественных местах. Это все целенаправленная работа всех, грубо говоря, силовых ведомств, в том числе и сотрудников органов внутренних дел на территории Бреста и Брестской области. Сразу после инструктажа стражи закона заступили на охрану общественного порядка Брещины.